мешают царевны. Урок волшебной ботаники. Замечательная тыква растет. Потом попробуем из нее получить карету, как у Золушки. Зато на моей горошине не только принцесса. Вообще никто уснуть не сможет. Нет-нет, горошина должна быть обычной, по сказочным стандартам. Так, а тут у нас что? У меня тут баклажаны-невидимки. Угу, я так и поняла, что невидимки. Косметика, лесная красота. Василиса, тебе еще рановато об этом беспокоиться. У бабушки скоро день рождения, она обожает всякие такие штучки. Забота о близких – дело хорошее, но не на уроке. Сосредоточься на учебе, пожалуйста. Неужели получилось? Угу, созрели. Молодец, Даша. Вот удивится профессор Грюнвальд. Он ведь уверял, будто сорт навсегда утрачен. А кто это? Профессор Грюнвальд? Директор Института волшебной ботаники. Не зря сова хранила старые семена. Девочки, у Даши получилось вырастить молодильные яблоки. А мои хуже, что ли? Соня, ну что ты такое говоришь? Превосходные яблоки. Это из сказки «Гуси-лебеди». Поешьте моих яблочек. У этих яблок совершенно особенный неповторимый вкус. А давайте-ка приготовим из них шарлотку. Лосьон на молодильных яблочках. Бабушка будет в восторге. Я ведь немножко сорву. Ой, Василиса, ты где пропадаешь? Да я... Все, пошли, пошли. Смотри, я сахарную пудру нашла. Принесла. О, вот это пир горой. Какие у нас девочки молодцы. Можно мне вот этот кусочек? Просто великолепно. Это ведь яблоки из... Да-да-да, из сказки «Гусель». Эй, давайте еще! Зачетный пирог! Что это с ними? Это я! Это они из-за меня! Молодильные яблоки попали в шарлотку! Да, а я-то обрадовалась, когда их увидела. Яблок не хватало. Ты сорвала молодильные яблоки? Я чуть-чуть! Так получилось! А давайте в догонялки! Медсовет прошу на связь. Начинается сеанс. Какой сеанс? Волшебно-оптический. Профессор Грюнвальд ждет. Что делать? Так, берите детей и в кабинет Кощея. Продержитесь там хотя бы полчасика. А я пока поищу способ их расколдовать. Школа Дивногорья, ответьте. Школа Дивногорья, ответьте. Ой, если что, сделаю грозовые помехи. Договорились. Все, начинаем. Вы запросили видеосвязь. Что там у вас случилось? Господин Бессмертный, слушаем вас. Упс, а что сразу я-то? Надо показать другим пацанам, у кого самый зачетный огород. Ну, короче, кто тут самый крутой? Окей, понял. В школе Дивногорья большой успех. Наши волшебные ботаны круче всех. На грядке ботва неизменно растет. Ну и всякое там калина-малина цветет. А сейчас наши ученицы расскажут о своих успехах. О, успехи у нас происходят большие. Мы выращиваем принцессин горошек. Тыкву, карету, молодильные яблоки. Молодильные яблоки? Не может быть, сорт же погиб. Научная общественность не допустит обмана. Заявление без доказательств приведет школу к дисквалификации и лишению лицензии. Вот вам доказательства. Наши учителя попробовали эти яблоки в научных целях. Испытали на себе? Какое самопожертвование! Я так понимаю, обратный переход уже готов. Конечно! Алло, алло! Вас не слышим! Плохая связь! Сойдет. Ну, ты скоро? Сейчас. Та-дам! На ком пробуем? Я! На мне! Ты же можешь постареть! Пускай! Не позволю экспериментировать на детях!
работает. Надо сначала охладить. А вы как? Ну, вообще-то на меня, как на бессмертного, такие вещи просто не действуют. Но, признаюсь, решил проверить, как вы выкрутитесь из этой довольно необычной ситуации. Да, молодцы, справились. А где мама? Однако остальных учителей надо спасать. Елена Прекрасная, прошу охладить. Ох, спасибо, а то что-то в горле пересохло. Кощей Кощеич, а можно оставить профессора еще на денек? А? Он такой милый, игривый. И повторить параграфы с 9 по 49. Нет. А, вот! Предлагаю все-таки удалить фотки. Детство закончилось. Обратный переход произошел. Василиса! Да ладно, что вы? Это просто маска! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал!